Добрый вечер, друзья. Всем привет. 28 ноября закончится через 4 минуты. 23 часа 56 минут время. Я думаю, вы поняли, где я нахожусь. Если бы мне кто-то еще 2 часа назад сказал, что я здесь окажусь, еще и в полночь, честно, я бы не поверил бы. Вот настолько вот интересно мое пребывание, моя жизнь в Алании, что я сам ничего не знаю, что будет через 2 часа и где я окажусь, куда меня занесет. Сейчас расскажу вам немножко о погоде. Мы с вами встретим начало нового дня, то бишь понедельника. Маяк работает до 12 часов. Сейчас вот человек ходит со свистком. Думаю, просто свистит. Думаю, не состоявшийся полицейский, возможно, он оказывается типа хранитель маяка. Всех выгоняет. 12 уже нельзя на маяк ходить. Значит, погода сейчас где-то 17,5 градусов. Здесь ночь теплая, такая же, как и вчера. Вчера была очень теплая ночь. Сегодня она такая же. Я иду в тапочках и в носках. Босиком. В тапочках, в носках и в шортах. Джинсы я не одевал, одел ветровочку, под ветровочкой у меня кофта, и вот из-за этого мне жарко, что я кофту одел. Вода, друзья, 21,2, это минимально, где-то даже 21,5, такая же температура воды, собственно, и завтра. Ну, в общем, 21,5 она будет держаться пока в ближайшие дни. Единственное, что через 2 дня, возможно... Может, это еще поменяется, был нарисован снег, то есть град, я уже говорил об этом, но, может быть, его не будет. То есть где-то на вторник, на среду были нарисованы холодные ночи с градом. Надеюсь, что их не будет, что изменится еще все. Итак, 2 минутки, чуть даже меньше 2 минуток до начала нового дня. Желаю всем хорошего отдыха, кто приезжает в декабре в Аланию. Скоро уже декабрь у нас начнется. И потрясающие места, и здесь мы встречаем новый день, сегодня понедельник, и в одном видео большом я прошел от Вайкики, мы прошли сюда, заходил на смотровую к башенке, прошли здесь, и потом будет еще второе видео, которое я начал снимать еще в районе Оба, и сейчас мне идти в Оба назад, я буду идти, ну я думаю, до полвторого где-то как минимум, я буду сейчас идти добираться до White Gold пешочком, и что-нибудь еще там наснимаю вам потом. Сейчас вот все силы и свободное время отдаю на то, чтобы больше видео снимать, чтобы больше ходить, больше вам чего-то показывать, то, чего вы ждали от меня все лето. Жаркое, когда я не выхожу из дома никуда практически, кроме моря, и гуляю только ночами после часу ночи. Ну, сейчас тоже пока получается, что я ночами гуляю, потому что сегодня я спать лег около 11, допустим, утра. Так что сами понимаете, что надо немножко перестроиться на... зимний режим, чтобы можно было хотя бы в 3-4 часа спать, ложиться ночью и просыпаться хотя бы в полдень, чтобы можно было по-светлому тоже гулять. Две прогулочки вышло у нас светлые сегодня с утра. Потрясающие 2 видео. Также видео выйдет в понедельник, я думаю, или во вторник, как пройти к метро. Ну, не то, что как пройти, а просто будем идти к метро гулять от апельсинки. 0 часов 0 минут, друзья. Наступил понедельник, у нас 29 ноября. Чем я вас и поздравляю. Всем привет из нашей, вашей любимой Алании. Нашей, вашей, вашей, нашей. Такая здесь красота. Есть ли люди на набережной, что там происходит, вы узнаете потом из следующих видосиков. Спасибо всем за лайки. Привет, спасибо, что вы у меня есть, мои постоянные зрители. Увидимся, пока.